Итак, снова всем привет. Блин, опять это слово прозвучало. Акванокс, откровенный. Продолжаем. Там, скорее всего, уже, наверное, конец. Отличная работа, Алый. Так. Я начал анализ. С тобой я говорил. Вот это ж... А, молодой господин желает изучить меню? Не совсем. Я ищу работу. Капитан попросил нас подзашибить деньжат. Вы говорите как наемник, но совсем на них не похоже. Мне кажется, я скоро им стану. Что ж, юноша, я знаком с человеком по имени Бастиан Грик. Этот необразованный корпоративный монстр шантажирует меня, угрожая уничтожить сеть моих ресторанов. А чего вы ждали от Неаполиса? Да, я все понимаю, но не до такой же степени. Мне удалось выяснить, что он планирует вывести деньги из города на грузовом транспорте. Остальное, думаю, вам понятно. Не совсем. Я сначала подумаю. Вот побочная миссия. Шантиман. А, мой юный друг, не хочешь сердце цунами? Отвали. А еще лучше, иди лизать пятки своей командирши из ордена. Почему ты так уверен, что сделал правильный выбор? Возможно, мы, Орден Наемников, ничем не отличаемся от тебя. Нат, глупец, забудь о нем. Из-за него умерла Анжелина. Иди к нам, Дрейк, и ты не пожалеешь. Я гарантирую. Гарантии нужны только беззубым акулам. Хорошо. Я более чем уверен, у тебя еще нет ключа. Ну, что скажешь? Может быть, дело вовсе не в том, кто доберется туда первым. Мы не стремимся завладеть слезами ангела. Ну, конечно. Вы просто не хотите пускать туда остальных. Поганые предатели. О, мы уже доросли до предателей. Предупреждаю в последний раз, Дрейк. Подумай как следует. Братство тех, кто знал о слезах ангела, скоро исчезнет. Остались только ты, Над и Фази. А как же Страга? Я к тому и веду. Ну-с, что ты решил? Вот мое решение. Я убью тебя. Я убью тебя, лодочник. Ух ты, столбни. Алый, чувак, приятель, ты в порядке? Знаю, я порол чушь насчет Анжелины, ну, ты уж прости. Проехали. Похоже, Над стал нашим кэпом, чувак. Амитап. Эх, мы почти достигли цели. Я ненавидел этого старого пердуна. Только вчера он отвесил мне пинка под зад, а сейчас он мертв. Пожертвовал собой ради дикаря, офигеть же можно. Хороший был старик. Кто знает, Стоуни. Быть может, слезы ангела еще далеко, а мы все умрем намного раньше. Если хочешь сойти на берег, я не стану осуждать твой поступок. Неужто тебя не ждет пара кошелок в Неаполисе? Конечно, Максим, Джетти, Цинбауэр. Чувак, это было бы здорово. Да уж. Если б только реальность не лезла нам под ноги. А, и не говори. Черт возьми, Алый, я чувствую себя как безрукий инвалид в кулачном бою. Все изменилось. Причем не так, как мы этого хотели. Осторожней, Стоуни, а то философом станешь. Нет, никаких Циньбао, Максин, Линди и Хуаниты. Дерьмо! Взгляни на мир без розовых очков, и ты уже ничего не захочешь. Хм, наверное, ты прав. Но что скажешь? Черт подери, Алый, а ты как сам думаешь? Никто меня не ждет. Да если бы не вы, обо мне вообще бы никто бы ничего не знал. Я с командой, чувак. Пойдем до конца. До конца. Ну, что дальше? Нам надо найти ключ, без него мы не откроем каменный склеп. Что еще за ключ, чувак? Если бы я знал. Наверное, какой-нибудь артефакт. Артефакт? Я думал, их только в музеях хранят. Да, вот про розовые очки прямо от одной знакомой. То же самое было. Йохан, ты бабай! Парень! Ты классно показал этой жопастой акуле лунату, кто есть кто! Точно, и мы сперли у него Деймос. Парень, за такое надо выпить сердце цунами. Давай, наливай. Согласен, и мне рюмочку. Ты мне очень помог. Помог? Срань акулья. Да, стареешь, брюмейстер, стареешь. Теперь ты начал помогать всяким килькам. Ну, Йохан, ты бабай! Удачи тебе, малыш! Какой-то ненормальный.
И, кстати, у меня немного болит зуб. Через 3 часа я пойду лечить его. А это полная жопа. Те 3 дня у меня тоже болел, поэтому я постоянно вот так вот сидел прямо в фазе. Мы приближаемся к цели, мальчик мой. Да, я тоже это чувствую. Если бы Анжелина могла. Страна мечты. Так мы ее называли. Страна мечты. Однажды мы все встретимся там, в стране мечты. Звучит неплохо. В те времена матросы пели песни. Теперь почти никто не поет, даже я. Знаю, Уильям, что бы ни случилось, мы снова встретимся в стране мечты. На земле, в раю. Что-то все такие... прям буки. Че у меня по пушке? Гидра, ну я не знаю, блин, прям не знаю. Плазма, в принципе, классная штука. Лазер тоже. Мне просто непонятно, какая дальность у гидры. Давайте попробуем вместо Виндетты. О, блин, торпед вообще нет. Зумеров тоже. Ядерка, батарейка. Ну, все, в принципе. Гребаный зуб. Так а что, никакого дополнительного задания-то и нет? Ну ладно, испытаем за одну гидру. А хотя, как ее испытаю? Я думал, я на турелях ее испытаю. Испытаем Деймос. Погнали. Я ж на Деймосе. Чего? Вы охренели? Я не на Деймосе. Вот уроды. Опять со всеми говорите. Смотритель? Я со смотрителем не говорил, потом поговорю. Начальник ангара. Как так? Я же менял перед выходом. Что за бред? Так, плазма, лазер и гидра. Ледоедов. Зумеровский. Ядерку. Нанобот. Нанобот 1. А разве у меня не нанобот 2 был? Так, плазмомет. Модуль. Ну, больше нечего, в принципе. Так, подожди-ка. Я чуть не вкурил. Я же покупал нанобота 2. Чё за херня происходит? Так, это... А, это лишнее, это за ту миссию. А, это продать, это продать. Мне надо купить. Видимо, каждый раз после выхода вот такая вот херня происходит. Погнали. Надеюсь, я избавлюсь от этого нерва сегодня. Это прямо мешает. Сбивает с мысли даже. Во! Вот это по-нашему. Ну да, он чуть-чуть помедленнее. А, так я сам дополучу. Шум. Везде шум 3. А шум 1, ну это последний корабль, поэтому я вообще не знаю, зачем этот шум.
Блин, что тебя еще ждать? Стоуни, ты почему опять на этом ведре? И чё? Стоуни Кокс. Блин. Мы или ждем, или сломалась миссия. На радаре никого нету. Прикольно. Ну, наверное, так и надо было. Тем более переиграть миссию — это не автосохранение, ну, загрузка. Да, что-то, блин, сегодня серия прям так интересно начинается. Вы владелец ресторана, вы прав. Гриф будет проплывать здесь, в этой навигационной точке. А, вот что. Это типа, чтобы на упреждение стрелять. Нет, только не говорите, что игра сломалась. Ладно, подождем немножко картошки, блин. Так, а миссии что-нибудь есть? Нету. Ой. Зуммер запустил. Молодец. Ладно, я пока отключусь. Как что-то появится, я сразу подрублюсь. О. Ты только глянь! Ты бурон! Я пометил это корыто навигационной точкой. Дело время, потехи час. Сначала убери телохранителей Крига. Ну что, будем целиться? Да. Заколебали у себя торпедами. Куси лазер, падла. Ох ты, брюхо зря подставил. Да подожди ты. Эть. Где там еще? Будем. Дайте-ка гидру хоть пострелять немного. Где? Падла. Ах ты, козел. Да. Сраная работка. В натуре задолбала. Я эту хрень в клочья сейчас разнесу. Фокс, разберись. Успокойся. Хренов два. Меня этот стебуром бесит. И я ненавижу, когда меня дурят. Что случилось? Я просто отвлекся на охрану. Блин, у меня зарядов мало на лазер. Уходим, Уильям! Эта часть океана вот-вот испарится! Хе-хей! Вот это я называю жизнь, чувак! Просто класс! И чё, не все выполнил? Да.
И что дали? Ничего не дали. Абсолютно бесполезная миссия. Свет вам, сэр. Осмелюсь заметить, сразу видно, что вы образованный человек. Здесь, в музее современности, мы храним всю сущность этого мира. Вы желаете ознакомиться с чем-то конкретным? У нас есть полное собрание рукописи человека по фамилии Шекспир, которое стоит дороже, чем весь Неаполис. Невероятно. Возможно, вас интересует изобразительное искусство. У нас есть скульптуры из наземных времен. Например, рука, укачивающая юного Иисуса из пиеты Микеланджело. Если вы предпочитаете антропологию, у нас выставлены мозги Альберта Эйнштейна и Эдварда Виттена. Вообще-то меня интересуют технологии. В частности, машины из наземных времен периода Великого Переселения. У вас, случайно, нет работ Уильяма Дрейка Макгрегора? Дайте-ка гляну. Мало предметов того периода дошло до нас в первозданном виде, но я сейчас посмотрю. Благодарю. Будь я Уильям Дрейк Макгрегор, граф Медлотианский. Это должно быть какой-то титул, ученый, чье имя широко известно благодаря работам в области подводных двигателей. Точно! Теперь я вспомнил. Его проходили в школе. Он разработал суперкавитацию и биполярную технологию. Без его исследований мы бы до сих пор махали веслами. Какие из его работ у вас есть? Так, похоже, есть только одна. Что-то вроде торпеды. Секундочку. Да, вот она. Торпеда, основанная на PX-технологии. Не исключено, что эта торпеда разрабатывалась не в качестве оружия. Ее основное предназначение — генерация поля Хиггса заданной конфигурации. О, простите, я не имею права показывать экспонат. Его исследует машина «Антарктика». На нем гриф совершенно секретно. Не стоило мне вам про него рассказывать. Меня могут уволить. Пожалуйста, выслушайте меня. Я Уильям Дрейк, Макгрегор — мой предок. А вся моя семья погибла. Это последнее место, где я могу почтить их память. Умоляю вас. Мистер, надеюсь, вы говорите правду. Ладно, я сделаю исключение, но никому ни слова. Ясно? Обещаю. Клянусь могилой предка. Ладно, я загружу голограмму. Настоящий артефакт находится на верхнем этаже музея под защитой новейшей охранной системы. Вот она, торпеда Макгрегора. Ого. На деньги от ее продажи можно было бы купить личную акваторию. Значит, нам надо будет ее. Нот. Что ты узнал о ключе, Уильям? Ты не поверишь, но он находится на верхнем этаже музея современности. К сожалению, это одно из самых охраняемых мест Неаполиса. Только не сейчас. Глава полиции, полковник Форелли, по горло занят пучистыми уродами из новой линии. Надеюсь. Ты уверен, что это ключ? 100%? Абсолютно. Это не ключ. Это единственный экспонат, созданный Макгрегором. И он использует слабое ядерное поле Хиггса. Ладно, Алый. Остальные указания получишь по рации. Знаешь, здесь нам пригодится морской волк. Но... он пролезет туда, куда остальные корабли даже сунуться не смогут. Была одна миссия. Там, блин, даже баржа Амитаба пролезла. Врете вы все. Прелестно! Я приготовлю вам и вашей команде роскошный деликатес из личинок мурены, уложенных на скрученного вручную консервированного угря. Ух ты, спасибо. Но мы предпочитаем деньги. Ясно. Времена явно изменились. Разумеется, все грохочет и бурлит, и никому нельзя доверять. Ну, копейки. Так, ну значит, док... Не, я все-таки попробую без волка просто нажать. И чё, мне игра даже ничего не говорит, там, бери волка, все такое. Да что такое, икота на повыше. Блин, утром только хорошая погода. Блин. Там около навигационной точки ты увидишь генератор энергии. Обесточив трансформаторы М-залпом. Мы направляемся в служебный тоннель. Увидимся через минуту. М-залпом? А у меня нету М-залпа. Блин.
что такое? Ретранслятор. У них тут еще одна система защиты. Скорее отключи ее. Она очень жесткая. Да. А последнее автосохранение получается вообще в жопе полное, да? Ох ты ж, блин. Сейчас мы тобой займемся, падла. Да ты собака, ты же без автонаводки. Все, лежать, падла. Там где-то марсоход еще был, вот он тоже опасен. А ему вообще не пофигу. Блин, у меня зарядов мало. Придется гидро немного поработать. Прервать подачу энергии. Где ее прервать-то? А! Бабах! Блин. Ну? Ух, как бомбануло-то. О, где вообще жопа полная? А, в смысле, она что, не рабочая, что ли? Фу, блин. Ну-ка, а что там внизу? Блин. Наверное, вы про это? Я дикарем буду ждать здесь. Мы прикроем тебя, приятель. Да, блин. Здесь можно было любую посудину загнать. Так. Мне вообще тут? Какого черта? У них тут по-прежнему включен защитный барьер. Еще один генератор. Ох ты, блин. А у меня это самое... Вот срань! У нас проблема! Кто-то включил тревогу! Повсюду красная дымка. Пушки вновь заработали. Они порвут нас на части. Отступаем. Алый, выбирайся оттуда к чертовой матери. Сейчас же. Блин. Не выбросы, к сожалению. Ладно, давайте. Да не, автосохранку. Я надеюсь, в этой игре автосохранение присутствует. Иополис. Столица Атлантической Федерации. 2203 метра. Фу, слава богу. Ну ладно, ладно, хрен с вами, блин. Я уже заколебался просто менять корабль. Так, комиссар. А нужен ли он вообще? В принципе, нет. Гидро вот тут вообще бесполезно. Возьму лазер. Почему-то я вендетту... Вендетту тоже возьму. Эмиссар. Вот скат. Да, давайте возьмем ската, чисто проверить. Что за пушка? Я, блин, буквально чуть-чуть пробовал. Блин, надо бота забыл еще продать. Бионическую броню. Плазмомет мне не надо. Гатлинг. Да, в принципе, все. Эх, и надо будет заканчивать после этой миссии. Кстати, зуб почему-то перестал болеть. Как-то странно даже. Но это не отменяет того факта, что через 2 часа я пойду его лечить. Там около
радиационной точке ты увидишь генератор энергии. Обесточив трансформатора этим залпом. Мы направляемся в служебный тоннель. Увидимся через минуту. Ну-ка. Ой, какая пушка косая. Ну, на Гатлинг я поставил мод на дамаг, так что... Ну-ка, отсюда надо ставить. У них тут еще одна система защиты. Скорее отключи ее. Да подожди ты. Ах ты, падла. Да. Да зараза. Бля, по-моему, самонаводка. Хе-хе, не долетело. Да. Не долетит до меня. База, а знаешь что, я сейчас сделаю вот так вот. Повезло. Косая хрень. Теперь этого мудака надо убить. Ну а чё такое? Все системы отключились. Мне жаль. Хотя нет, мне не жаль. А подожди, ската надо попробовать. Ну? В принципе, неплохая пушка, но она, блин, я не знаю, двоякое ощущение какое-то у меня. А вы просто стояли. Ай, ФПС. Я с дикарем буду ждать здесь, мы прикроем тебя, приятель. Спасибо. Так защита ведь стоит. Толку-то. Вот срань! У нас проблема! Кто-то включил тревогу! Парни! Не-не, подожди. Повсюду красная дымка. Пушки вновь заработали. Они порвут нас на части. Отступаем. Алый, выбирайся оттуда к черту матери. Сейчас же. Так, примерно тут. Да? Фух. Они, надеюсь, не рандомно появляются. Так, сейчас еще одна. Вижу уже босса. Ой, не босса, а цель. Не берется. Ах ты шалава. Не получится. Тупая. Куда? А, сопроводить ужас? А где ужас? Блин, где ваш ужас гребаный? Эти что-то вообще... А, вон он! Это Мэгги. Короче, сам долечу. Я знал, что она вернется. В этот раз она, к сожалению, погибла. Жалко, конечно, но я на свой выбор сделал.
Че, мы все припуде? И музыка такая немножко печальная. Пекло. Что-то знакомое. Давайте посмотрим. Геополис. Столица Атлантической Федерации. 2203 метра. А, ну да, это которая, блин, бабах, 6000 мегаджоулей, блин. Ой, консоль, а где консоль? Вот она. На этом моменте мы закончим. Потому что я чую, игра уже практически закончилась тоже. Так что до следующих серий. И всем пока.